пришла поставка обрусов. В общем, пришла поставка. Тут 6 палетов. Тут 3. И вот тут еще 9. То есть 18 штук. Пришло 18 палетов. Около 2000 штук этих обрусов. Обрус — это клеенки на стол. Это как скатерть. Время сейчас около 2. 2.10, 2.20 примерно. Вот так. И нам нужно постараться до 5 открыть их, разбалить все, рассортировать по местам. В общем, успеть там сделать 3-4 палета, все разложить, отсортировать, чтобы те, что на улице, мы тоже как-то затащили сюда, и чтобы на вечер их оставить тут внутри склада, чтобы на улице их не оставить. И разгрузка была сегодня очень и очень тяжелая, потому что палеты, они очень слабые, какие-то дешевые, и они ломались постоянно. Поэтому еле-еле мы смогли все выгрузить, 18 палетов. И сейчас дико усталые, будем все это сортировать по местам, в общем. Время 4.20. Мы за это время успели сделать только 3 обруса. 3 палета разобрали. Осталось еще 15. Сейчас то, что на улице, мы все заведем сюда. Пустые места разложим все. И все, пойдем домой. И завтра остальное будем делать. Вот тут этих 6 палет надо все занести внутрь. Все погрузили. Время где-то 4.40. Или уже 50. В общем, идем домой, и завтра 8.30 идем и будем продолжать. Для вас это будет спустя пару секунд. Доброе утро, время уже 9. Мы пришли, отдали все заказы в интернет-магазин, и теперь будем дальше делать все это. Осталось у нас, как я уже вчера говорил, 15 палетов. Сделали 3 палета, время 11. Сейчас немного посидим, отдохнем и снова продолжим до обеда, потом обедать. Это ладно, с этим-то я разберусь. Суть этого видео не в том, чтобы показать работу очередной раз, а в том, чтобы поговорить с вами о визах. Недавно я увидел объявление одного чувака из Таджикистана, который... Ну, в объявлении писал о том, что он делает визы. И может помочь, в общем, с визами. Кто хочет в Европу, типа, пишите. У меня несколько подписчиков спросили у меня про этого чувака. Я решил написать ему и уточнить у него, какие у него цены, какие условия и какие визы он делает. Так вот, он сказал, что за 2500 евро он сделает рабочую визу польскую на один год. За один месяц, максимум за 2 месяца все будет готово. Отдаешь $1000, ну, 1000 евро. Мы собираем тебе документы. Когда документы готовы, мы тебя отправим. Ты подашь. Когда получишь визу, тогда 1500 евро отдашь. Вот такие условия. Я у него спрашиваю, ну, типа, работать же только в Польше можно, да, по этой визе? И он такое говорит, то, что нет, ты можешь по всей Европе, типа, ходить, но официально работать, да, только в Польше. Но это не проблема. А я хочу вам сказать, что, друзья, это проблема. Если у вас польская виза, вы можете работать только в Польше. Конечно, вы можете ехать по другим странам, путешествовать. Если вас остановят на улице, вы скажете, что просто там вчера приехали посмотреть город, и все. То есть не проблема. Но много ли кто будет вас брать на работу? Мало кто будет это делать. Работу найти трудно, если у вас нету документов. Например, с польскими визами очень часто едут сюда. В Чехии очень много людей с польскими визами. Скорее всего, в Польше меньше зарплаты, поэтому они сюда едут. И такие люди устраиваются только куда-нибудь на стройку и так далее. То есть, и устраиваются только у своих, у русскоговорящих людей. И все. Поэтому я вам хочу сказать, что с польскими визами едьте только в Польшу и работайте в Польше.
в других странах вам будет очень и очень тяжело найти работу. Если вы думаете, окей, за 2500 сделаю польскую визу, приеду в Германию, буду работать в Германии или там в Норвегии или еще где-то, я вам сразу хочу сказать, что нет. Вам очень тяжело будет найти работу, и мало кто согласится брать вас на работу, потому что если вас поймают на работе, вас депортнут, работодателя очень крупный штраф ждет и так далее. Поэтому если вы едете в какую-то страну, делайте рабочую визу именно этой страны. А так, конечно, он говорит, типа, можешь путешествовать, но если ты не можешь работать, да, в той стране, куда ты хочешь, легально, то у тебя и времени на путешествие не останется. В общем, если у вас не будет нормальных документов в Европе, вы не поймете, что вы в Европе. Вы будете вот так работать на складе, бояться выходить на улицу, бояться путешествовать, да, боясь, что вас на границе поймают и так далее. Поэтому лучше так не делайте. И этот человек мне еще говорит то, что он может сделать за 2600 евро шенгенскую визу, туристическую визу, сроком на 1 месяц. За 2600, то есть за 2500 он может сделать рабочую визу польскую, а за 2600 шенгенскую туристическую визу на 1 месяц. Я спрашиваю у него, а почему это дороже, чем рабочая виза на год? Он говорит то, что да, потому что за 2 недели тебе сделают эту шенгенскую визу, это то есть быстрее, не месяц будешь ждать, а 2 недели, и с шенгенской визой сможешь приехать и так далее. Я говорю, ну, после месяца же мне надо уехать. Он говорит, да, можно и без депорта уехать, типа, не переживай. Если что, из Германии можно взять билет. Мои люди так делали. У них с просроченными визами, без визы, спокойно из Германии уезжают без депорта. Я это читаю и просто в ахуе, потому что какого фига, да? Что за фигня? Я тут нелегально нахожусь, я переживаю, как я уеду, а он говорит, нет, в Германии в аэропортах не проверяют визы. Спокойно уедешь без депорта. Я не знаю, почему он это говорит, потому что, может, он хочет просто продать свои услуги и все, поставить точку на этом, но я сомневаюсь, что без визы в германском, в немецком аэропорту, да, вас спокойно пропустят, и вы спокойно уедете без депорта. Такого не будет. Не нужно верить таким словам. Не нужно думать, что вы сделаете польскую визу и поедете в другие страны работать спокойно и так далее. Этого не будет, друзья. Поэтому перед тем, как давать кому-то деньги, делать какую-то визу, обязательно узнайте, что вы можете делать по этой визе, а что нельзя делать по этой визе. Потому что даже свои люди лапшу вам навешают, скажут, что «О, будешь спокойно работать» и так далее. Но вы потом будете жалеть, потому что вам будет тяжело. И за 2600, какая-то вонючая польская виза, на 1 год тем более, за 2500 евро. Это откуда такие деньги? Ты даже, если вы возьмете, то вы чистыми, за полгода, возможно, вы чистыми как-то, если сэкономите, соберете эти деньги. Я вам серьезно говорю. Вы можете посмотреть видео о моих расходах, о доходах. Если вы с польской визы приедете в Чехию, то 2500 евро, это у нас получается где-то 50 тысяч крон. Вы экономя можете заработать за год. Понимаете? За год вы заработаете деньги, то есть вы только отобьете эти деньги. Да, вы можете сказать, что с этой визой я поеду в Германию, там будет работать, но там еще жестче. Если в Чехии тут попроще немного, потому что тут очень много русскоговорящих. Через своих можно искать работу. А в Германии будет намного тяжелее. Но решать, конечно же, вам. Я просто вам сказал и советую вам не делать так. Если вы получаете польскую визу, едьте в Польшу и работайте там. Путешествуйте, конечно, по всей Европе, но работать только нужно там. Но попробовать, конечно же, стоит. А что касается цены, что это бешеные деньги. Я не знаю, почему он такие большие деньги требует от людей. 2500 – это огромные деньги. Можно найти людей, которые сделают за 1500 евро, но не за 2500. Какую-то вонючую польскую визу. По поводу шенгенской визы. То, что он требует за 2600 евро, да, 2600 евро. За эти деньги шенгенскую визу. Шенгенскую визу, ребят, можно сделать за 20 тысяч рублей. У меня лично расходы были около 20 тысяч рублей. И то это потому, что я 2 раза подавал. Первый раз отказали, у меня там консульский сбор сгорел. Я еще раз подал. И второй раз уже одобрили. Также на месяц дали.
А этот человек просит там 2600 евро. И то он говорит, ну сейчас, само собой, вы понимаете, что нельзя. Вы даже если сейчас получишь шенгенскую визу, вы сейчас не въедете. Поэтому спокойно дождитесь, когда границы откроют, и вы можете спокойно, самостоятельно подать на шенгенскую визу. Вот вам видео о шенгенской визе, и вы все поймете, вы все самостоятельно можете сделать. А кому-то платить такие большие деньги, чтобы он вам сделал шенгенскую визу на 1 месяц, ради чего? Чтобы приехать сюда и быть нелегалом? Нет, друзья, не нужно этого делать. Я вам сразу это говорю. Смотрите, какой косяк. Из Турции вместо обрусов для Пасхи присылают обрусы для Нового года. Где-то 30 таких видов и 30 там еще других видов. Перепутали. И теперь этим обрусом придется там 60 штук в каком-нибудь месте до зимы, да, до еще где-то 8 месяцев вот так ждать и лежать просто так. Потому что никто сейчас эти обрусы не купит. В общем, вот так вот и облажались в Турции. На улице нету, надо выбросить мусор. Время уже 4:40. Мы сделали за сегодняшний день 8 полетов. И вчера еще 3. То есть 11 полетов уже сделали. 7 оставим на завтра. Сегодня четверг, завтра пятница. И завтра вот эти 7, думаю, доделаем. И все. Сегодня мы сделали только 8. В основном только вот с палетами занимались, иногда отвлекались для того, чтобы принести заказ в интернет-магазин, а так в основном эти палеты делали.